В детстве все делали самолеты из бумаги. Летали они эффектно, но недалеко. Чтобы смастерить модельку поинтереснее, уже нужны небольшие знания об аэродинамике и строении воздушного судна. Ими с детьми участников СВО делился Владимир Пушенко, педагог городского центра развития творчества и спорта. Мастер-класс провели в честь Дня военно-воздушных сил. Фюзеляж – это то место, куда загружаются бомбы, если бомбардировочный самолет, где располагаются пассажиры, самолет пассажирский. Чтобы сделать модельку планера, детям нужно было лишь несколько вещей. Специальная рейка, бумага и клей. Хоть самолет и кажется простым, смастерить его не так уж и легко. Особенно хвостовую часть. Поэтому ребятам помогали родители и другие родственники. Мы приехали на мастер-класс сегодня, побывали. Очень нам понравилось. Тем более в преддверии праздника. Много узнали про самолеты. Оказывается, столько интересного можно было узнать. Организовали мастер-класс члены Комитета семей воинов Отечества в Алтайском крае. Основная цель этого объединения – поддержка родственников военнослужащих и организация патриотически-творческих мероприятий. Ребятишки с большим трепетом и с очень интересом слушали не только, как изготовить самолет, но и о том, как он управляется, как делает бочку, как делает петлю. В завершении некоторые дети и сами попробовали сделать бочку на новеньких самолетах. Это возможно благодаря бумажным элеронам, которые регулируют крен. В общей сложности в мастер-классе приняло участие около 20 человек. Впечатления хорошие, впечатления отличные. Данил Кузнецов, «День с толком».